Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Дифрон, и по превью вы уже поняли то, что я сделал свой фан FNAF. Делал я игру на платформе Unity, и делал также я ее быстро. Эту игру вы сможете скачать в моем телеграме. Ссылку на телеграм я оставлю в описании. Ну что ж, поехали. Игра пока находится в бета-тесте, и у игры пока нету иконки. В следующих обновлениях я постараюсь ее добавить. Здесь написано название игры Dangerous FNAF. Как видите, в этой игре багов совсем нету, да. И название само уже говорит, насколько херовая эта игра. Если нажать на кнопку YouTube, тогда мы перейдем на мой YouTube канал. Сейчас я вам покажу ее геймплей. Суть игры. Мы должны подсвечивать коридор, проверяя, есть ли там аниматроник или нету. Если он там будет, мы должны открыть устройство и воспроизвести музыку. Если же там аниматроника не будет, тогда он нас скриманет. Сейчас будет скример. Пока что аниматроник тестовый. Как вы видите, после проигрыша высвечивается экран проигрыша. На котором будет написано, когда аниматроник появляется и как от него защититься. Также там присутствуют две кнопки, начать заново или пойти в меню. А также я забыл сказать, что энергия тоже уходит. Ну а на этом все. Ставьте лайки, если не хотите пропустить новое обновление этой игры, то подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.